Несмотря на технический прогресс и появление интернета, бумажные письма ничто не заменят. Так что работы у сотрудников анапского почтамта немало. Ежедневно обрабатывается до 8 тысяч простой и 4 тысяч заказной корреспонденции. Отправляется около 1500 бандеролей, ценной корреспонденции и около 600 посылок. Такой кубок коллектив анапского почтамта заработал по итогам прошедшего 2014 года. Это за наибольший прирост доходов по приему посылок, от приема подписки, прочих услуг. Такой кубок впервые у нас в анапском почтамте. Мы очень им гордимся. Это, конечно, общая награда всего коллектива. В 36 почтовых отделениях, включая анапский почтамт, трудится около 300 человек. С профессиональным праздником сотрудников анапского почтамта поздравил заместитель главы курорта Владимир Забураев. От души поздравляю вас. Желаю еще раз крепкого здоровья. В последнее время перечень услуг, которые можно получить на почте, значительно вырос, в том числе и финансовых. Например, здесь можно погасить кредит или приобрести страхование от нерадивых соседей, оформить денежный перевод Western Union. Если нет времени забрать заказ, сделанный по интернету, за небольшую плату его доставят сотрудники почты. Никакая электронная почта не заменит самой главной услуги – доставки писем. Ведь нет ничего приятнее, чем получить весточку от близких, написанную вручную.